отмечаем сегодня день, который по праву можно считать первым весенним праздником, весенним по духу, весенним по настроению. И мы начинаем конкурс «Идеальная пара». Они однажды по чистому полю, а навстречу им принцесса. А татарская царица. Размер его
его любимый вид спорта? Плавание. Ее хобби увлечения? Бегать туристом. Его любимое блюдо? Борщ. Гречка. Ее любимый десерт? Торт. Его любимая музыкальная группа? Нет. Его любимая компьютерная игра? Мортал Комбат. Лучшую подругу? Настя. Его любимый вид спорта? Футбол. Футбол. Спорт у нас называется «Счастье». Возьмите полную чашу терпения, влейте в нее полное сердце, добавьте две горсти щедрости. Посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно больше нет. Это очень важно. Выпекайте коржи в духовке при 180 градусах в течение 3 минут, не больше. Но намажьте коржи кремом из заботы. Предполагайте каждого, кого встретите, на своем пути. Это тоже очень полезно сегодня, гарантирую. Каждый что-то предлагал, и у нас вот так все, собственно говоря, вместе и получилось. Нам предлагали, но мы почему-то решили, что Юля с Даней более гармонично смотрится. Мы сами выставились. Мы вышли сами из класса и захотели. У нас были проблемы с танцем, там где-то еще неполадки, где-то мы забывали что-то делать. Ну, вполне получилось хорошо. Я переживала вместе с ней. Она все время приезжала и говорит: «Мам, это, мам, то». Я очень сильно переживала, я болела за нее. Дочь, давай так, давай так. Еще спасибо огромное Людмиле Ивановне. Я с мужем уже тоже 18 лет вместе у нас трое детей, поэтому мы его празднуем каждый год.